Олег Петрович, показалось или немного не хватало команде эмоций после яркой победы в Оренбурге? Да нет, эмоции были, это же игра. И эмоции есть всегда. Все в порядке. И все отлично, выиграли матч. Прошли дальше в кубке. Мы действовали в собственном ключе, не отходили от задач на матч. И, собственно, все довели до концовки матча.